Давай вам интервью про совхоз. Нет, почему про совхоз? Просто что это, человек должен жить на земле. А что такое земля? Земля — это хлеб, это зерно. Колосились, чтобы у нас поля. Это в деревнях, чтобы молодежь знала, что у них есть будущее, что у них есть работа на земле. Надо обновлять технику, трактора, чтобы были у нас современные оборудования, современные зернотока, куда у нас можно будет мы это складировать зерно.